Весной только на парашюте, потому что на улице парашютной асфальта нет. После таяния снегов и ливней дорога и вовсе превращается в непреодолимое болото. И это при том, что здесь живет много пенсионеров и инвалидов. Я сломала коляски инвалидные, сколько было. Жители говорят, асфальта на участке от Микронной до Красного текстильщика нет с 1994 года. При этом тогда же дорожные службы укладывали покрытие на второй половине улицы. Десятки лет ничто не менялось, и жители сами решили проявить активность. Начала я свой поход с дорожного комитета, где узнала, что оказывается наша улица целиком и полностью асфальтирована от улицы Микронной до Коммунаров. Представители администрации железнодорожного района сказали нам, что об этом ничего не слышали и помнят про улицу Парашютную. Но в год выделяют средства только на ремонт 3-4 улиц. На территории района расположено 106 улиц, 62 проезда и 6 проспектов. Соответственно, удовлетворить все нужды единомоментно таким объемом не представляется возможным. Чиновники администрации ежегодно вносят предложения по асфальтированию улиц частного сектора, но сказать, когда на Парашютной появится асфальтовое покрытие, нам не смогли. Только пообещали, что внимание на улицу обратят. Запомним. Единственное, что могу обещать, что при формировании плана на 2020 год мы на эту улицу обратим свое внимание. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.